кто-нибудь скажет, что здесь произошло? Кто тут еще, кроме нас, на этом чертовом корабле? Сэр, мы не контролируем боевой комплекс корабля «Сулако». Противник бьет прицельно. Это «Рейдер 6-5». Открыли ответный огонь. Помни по инструкции. Они живые люди. Сэр, эти люди стреляют в нас. Не уходим, знаю, сынок. Первым огонь не открывать. Сможешь добраться до мостика и уничтожить весь боевой комплекс? Хрена бы там нет! О'Нил, будешь сидеть на жопе ровно, все морпехи на обоих кораблях погибнут. Так что считай, что это не вопрос, а приказ. Шевелись, солдат! Понял. Ребятки, тем временем всем привет, с вами Рости, мы продолжаем играть в игру Alien Colonial Marines, это второй эпизод. Сразу не успел с вами поздороваться изначально, потому что сразу началась боевочка, появились какие-то типы с красными глазами, вообще не знаю кто это. По нашим ребятам, по нашей Сифория, крейсер, на которой с Уланом мы находимся, открыл огонь. Наша капсула, которая за нами прилетела, тоже оказалась под огнем, соответственно, мы теперь пробираемся на командный мостик, ну, чтобы разобраться с этими нехорошими дядьками, и они прекратили обстреливать наш корабль. Какой-то мне автомат не точный, и я не точный сам по себе. Обалдеть, не сносит ему нормально, похлеще чужих. Бля, вы сейчас смотрите, даже не удается проскочить мимо него. Опа, финт ушами. Оп, все. Обходи, я тебя сейчас обойду. Где я его даже не вижу? А, ты свой там называй. Ух ты, еще гранаты кидаешь, ёлки-палки. Сейчас мы постараемся обойти из дробовика его сейчас. Сефору только что накрыло вторым залпом. Сэр, нужно организовать полную эвакуацию. Боевой комплекс я не контролирую. Блять, не попал. Грибовичка немножко расслабили. Оп. Добавить точно. Кошмар. Добрый вечер. Белла! Белла, это О'Нил, слышишь меня? Нас напали. Кто? Да, я здесь, здесь. Прячусь на складе рядом с грузовым отсеком номер 3. О'Нил. Хорошо. Держись, детка. Мы уже идем к тебе. Детка, держись. Все вояки люди в Эйланд-Ютоне. Они наемники. Что это значит? Это значит, про устав можно забыть. Они здесь что-то прячут, и свидетели им совершенно ни к чему. А? Поэтому зачисти тут все как следует от этой мрази. Понял, да. Ура, и к черту! Выполняй задачу. Так, гранаты эффективны против больших противников, особенно находящихся в укрытии. Выберите гранату, нажав Г, после чего нажмите левую кнопку мыши, чтобы бросить гранату в направлении, в котором вы целитесь. Если вы хотите бросить гранату с задержкой, удерживаете левую кнопку перед броском. Ну, понятно, я уже покидал, спасибо, что рассказали. Лучше поздно, чем никогда. А, я понял, я по традиции я открываю дверь. Вы видели этот прикол? Мне какая-то хрень только что снесла, блядь, кучу хп. Интересно, блядь, девки пляшут. А, черт! Не пройдешь! Просто намертво! Давай туда не пойдем. Логично. Робота можно сесть? Тихо, мне это не нравится. А, это плохой знак. Что будем делать? Даже не знаю. С автопогрузчиком справишься? Да. Ученик, я с ним да, работал. Да, легко. Да. Робот. Я тебя включу. И полетели. Оп. Ребят, прям как на учении. Так, автопогрузчик. Это особый механизм, предназначенный для транспортировки грузов на небольшие расстояния. Чтобы поднять груз или ударить противника, правым манипулятором нажмите левую кнопку мыши для использования левого манипулятора правую. Блять, просто гениально. Нельзя было левую это левую, правую это правую. Ладно, давайте. Так.
Да, действительно, левая это... Да, ладно. Я понял. А что мне открывать-то? Какую из дверей, ребятки? Вот эту? Вот эту дверь мне открыть? Нет, я думаю, нету. Наверное, ту, которая впереди. Давайте попробуем. Я думал, на шифте сейчас побежит, но походу нет. Пин-пин-пин-пин-пин-пин-пин-пин. Так. Очень интересно найти Беллу. Пустые яички. Яички пустые. Идем, парень. Ты Белла? Нет, ты не Белла. Да уж, не понос, так золотух. Согласен. Сэр, вы это видите? Видите? Кто все эти люди? Фонарик, пожалуй. А, ты такой звук стал странный. Они вообще печально выглядят, если честно. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Батюшки! Эта дрянь не успела вылезти, я надеюсь. Так. Ну, тут они все закрыты. Бронечку. Какой-то звук неприятный, вы знаете, мне не нравится. Собственно, куда нам идти? Вообще все эти яйца ебаные не нравятся. Что все эти люди на блюде, скажем так. Ты не Белла? Не, я отсюда пришел. Ага, вон я вижу броня. Хорошо, есть сюда. О, где-то здесь. Ну я ж слышу, что ты где-то здесь. А, че я туплю, я ж надо вот резаком вырезать. Блин, ребят, я извиняюсь. Ну, ну это тупил, ну с кем не бывает, ну. Это был звук, че я не увидел. Маленькая заразка. Где мой кореш там обосрался? Господи, и чего, дурачок? Я чуть, блядь, штаны не наложил. Ага. Целое. Яичко. Хорошо. Угу. Хорошо, что они не выскакивают из ниоткуда. Я думаю,
целесообразно отстреливать яйца, которые еще полные. Ага, а ну интересно, баллон. Вау. Нормально. Поджарил. Все? Все готовы? Это я просто гений просто. Я вам так скажу. Вот, хорошо, что эти штуки на меня сразу не выпрыгивают. Я думаю, целесообразно стреливать яйца, в которых они еще сидят. Потому что я думаю, что они будут открываться. Те будут на меня выскакивать. Ага, это стекло, которое непробиваемо. Очень печально. Я думаю, нужно сделать вот так. Опа. Что там? Я что-то не увидел. Брателло, ты убил? Нет, не убил? Убил. Отлично. Так, ну, вы знаете, мне кажется, их тут рядом поставили специально, чтобы научить меня гранатой как бы бить. Я оказался хорошо, гранату метнул. Прям как про. В общем, как я понял, на этом этапе надо отстреливать этих маленьких дряней, которые так и хотят в мое сочное лицо запрыгнуть и придушить меня. Так, контрольная точка тем временем. Теперь нам вот сюда. Тут яички этих не вижу. Белла, Белла! Ага, это я! Господи, Белла! У тебя на лице была эта штука, когда ты очнулась. Ты точно в порядке? Анил, она была уже мертвая. Я в порядке. Отодрала ее, как только пришла в себя. Со мной ничего не случится. Как же я счастлива вас всех видеть. Послушай. Сефора попала под обстрел, и мы идем отключать боевой комплекс. Ты как, а? Анил, я в полном порядке. Что ты как маленький? Идем. Сефора, говорит Уинтер. Мы нашли Беллу из Рина 2-3, но нас обстреливают люди в Эйлот-Ютоне. Направляемся к мостику. Укажите кратчайший маршрут. Следуйте через инженерный отсек к рельсам. Понял, Бишоп. Через инженерный отсек. Буду докладывать обстановку. Режь дверь, Уинтер. Хорошо. В общем, уже 100% понятно, что в этой Белле находится эта дрянь. И надо только ждать момента, когда она выскочит и укусит нас за яичко. Я, ребятки, извиняюсь, если я немножко как бы подтупливаю просто. Говорит Рейдер 6-5. Вижу три Шаена. Они высаживают морпехов на Сулака. Ура! Парни, не стреляйте по своим, а гадов из Вэйю отправьте прямо в ад. Наконец-то прибыло подкрепление. Почему мы уходим с Сефоры? Потому что Сулак убьет по ней из крупного калибра. Если не доберемся до мостика, погибнут люди. 2-1, вы добрались до рельсов? Почти на месте, Бишоп. Так вот, я могу немножко потуплить, я просто, как бы, у меня максимальная концентрация, насколько это возможно, с моей, как бы, реакцией, поэтому я немножко могу подмалчивать, но я надеюсь, это не сильно будет заметно, и вы не скажете, фу, отписка, кошмар. Кстати, ребятки, ставьте лайки, очень, очень люблю, когда вы это делаете, зовите своих друзей, подруг, и чем больше людей, тем лучше, я стараюсь для вас, как и Саша, поэтому спасибо, что вы с нами. Ну, а мы тем временем продолжаем проходить, мы теперь на контрольной точке. Говорит Сефора, поднимайте в воздух все, что есть, и увозите оттуда всех наших. Всему экипажу Сефоры покинуть корабль. Повторяю, всем покинуть корабль. Новые позывные капитана Сулака. Повторяю, Сулака. Конец связи. Сулака, это Уинтер. Продвигаемся по рельсам в сторону мостика. Что там происходит в первом грузовом? Уинтер, там постоянно идет перестрелка, но ситуация стабильная. Бишоп говорит, что Сефора не выдержит обстрела, ее реактор скоро взорвется. Наши парни рассчитывают на тебя. Понятно, на кого рассчитывают парни, конечно же, на меня. Потому что я их не спаситель. Хедшот это ему дал. Пацаненку, оп. Нет, ну конечно, с этого автомата стрелять я даже не знаю по ком. Причем у меня прицел тупо на нем. Видите, патроны совершенно мимо вообще пролетают. Я тебе сейчас поеду, скотина какая. Обхожу, понял тебя. Видели, что происходило вообще, ребята? Раз. Так.
патрончики мне давайте. Опа. Стоп, кто-то был? Я слышал. А, это на стекло. Добрый вечер. Ух ты, это какой-то мега бронированный парень. Бля, нифига. Обалдеть. Ну, ребят, я тупанул, как обычно. Я думаю, вы не удивились. Уже по первому видео было заметно, что я могу так делать. То есть я могу страшно тупить, умирать, когда другие, к примеру, не умирают. И многие из вас могут написать, фу, вот этот лошара, я бы прошел с первого раза. Ну, может поднимайте быть, воздух, это вы, это я. Наших. Что есть, то есть. Зимой опять же, теперь я буду более внимательней. Повторяю, всем покинуть корабль. Новые позывные капитана Сулака. Повторяю, Сулака. Конец связи. Сулака, это Уинтер. Продвигаемся по рельсам в сторону мостика. Что там происходит в первом грузовом? Уинтер, там постоянно идет перестрелка, но ситуация стабильная. Бишоп говорит, что Сифора не выдержит обстрела. Реактор скоро взорвется. Наши парни рассчитывают. Я вас понял еще раз. Прослушал то же самое, что я всех надежда и опора. Так. Я, собственно, хотел тут пособирать всякие прикольчики. Атакую! Не надо меня атаковать. Давайте как-то полюбовно. Зараза. Ходи. Хорошо. Так, а где там моя помощь? Нормально? Сертины нормально? Пацаны, ребята, блядь. А брони не будет. А как же броня? Ну, нафиг. Вот, блин. Ну где вы там, блин? Чего вы не стреляете, козлы? Все завалило его, видите? Смекалка мне помогла с ним справиться. Я помощники мои где-то, короче, всрались, походу, да? Где вы там прячетесь-то, блядь? Я их даже на датчике не вижу. А, вон они где-то там сидят. Вот, о, появились. Ребятушки. Давайте тогда. Что ж с вами делать-то? Все одному придется тащить, все одному. Тем временем, смотрите, как он Сифору обстреливает. Сифора стреляет по нам! Наверное, они хотят вывести из строя орудие. Да что за хрень? Обстрел не точен. Мы убиваем своих морпехов. Какой кошмар. Надо спешить на помощь. А тем временем контрольная точка. Так, движение. Ага. Понял вас. Так, тут ничего нема. Не, все нормально. Так. Ну что, парниша, ты готов? А, ну да. Кто открывает дверь? Я открываю дверь.